Всем привет, ребят, с вами снова Диана, вы смотрите 8-е видео от меня, новогоднее. И до Нового года осталось 6 дней! 6 дней до Нового года! Сегодня Рождество, с Рождеством вас, если вы справляете Рождество 25 декабря. Но так как мы это не делаем, этим занимаемся. И вообще, я выходила на улицу, это было печально, просто там все кипит парочками. Кипит парочками. Прям вообще. И людей как муравьев просто. Очень-очень было. Я так вот. Пройти негде. Так вот. Марин, что вы хотите снять? Что вы хотите, что-нибудь смешное или познавательное? Смешное и познавательное. Смешное и познавательное, давай. Вставай. Поздоровайся. Чё за? Привет. Вы это видели, да? Это она с вами такая вся добрая. На самом деле, вот она какая. Да я шучу, я просто голодная. Мы с Мариной сейчас будем снимать, типа, рождественский тег, потому что сегодня Рождество. И тут Марина одела красное, тут Диана одела красное. Мы все-таки рождественские. Угу. И, ну, кроме наших одежек, больше ничего нет рождественского, да. На самом деле. Вообще ничего. И настроения рождественского нету. Нельзя так. Нужно, чтобы у людей было хотя бы какое-то настроение. Зеленая елка. Елка. Да вот это зеленой елкой назвала, понимаете? Треугольная, зеленая, что еще? Вопросы я задаю, отвечаем, как обычно. Ага. Все понятно. Так, первый вопрос. Какой праздник ты отмечаешь? Имеется в виду Новый год или Рождество? Новый год. В Корее, между прочим, больше отмечают Рождество. Ты думаешь, если тут поживешь подольше, ты будешь больше отмечать Рождество? Нет, буду больше отмечать Новый год. Да? Патриотка. Что ты делаешь на эти праздники? С Дианой гуляю, что еще делаю? Не по делам еще. Какая твоя любимая новогодняя или рождественская песня? Не помню название, но ее поет группа Абба. Она мне с детства просто запомнилась еще. Ой, да? Да. Я не знаю. Ты знаешь? Просто я помню, я еще, когда мы еще в старом доме жили, у нас все время на Новый год играла эта песня. Happy New Year вроде называется. Это? Угу. Первый раз я слышу. Да? Первый раз слышу. Да? Да. Только она. Да. Ну или там, которые типичные такие, Last Christmas I give you my heart. Ну, так себе. Я помню, который мне нравится, которая с рекламой Coca-Cola. Вот именно вот эта вот часть, вот праздник нам приходит, праздник, вот. Ну да, еще. Новогоднее такое настроение. Да. Какой самый странный подарок, который ты когда-либо получала? Я тогда была во Флае, и мне подарили кольцо. Это, знаете, такая штучка от бутылки, которая... Бутылку открываешь, и там это такая... Это не подарок! Гляшка. Ну это же подарок, но он же был странный. Это не подарок, блин, ты что вообще говоришь? Это подарочек. Ну, вообще, подарок странных не было. Не было? Вообще не было. Ну, все нормально было. Вот. У меня не было странного подарка, но я помню, короче, у нас мой двоюродный брат, он у нас оставался как-то на новогодние праздники тоже, один год. Uh-huh. И мы тогда были маленькие, мне было лет, наверное, 10, может, не знаю. Вот. И мы тогда писали письма Дед Морозу. И, короче, письма мы написали, и он, короче, попросил какой-то диск какой-то игры. И наш папа, короче, взял диск, который у него был, то есть он уже был не новый, он был старый, положил его под елку. Ну, и потом он его открыл, и ему было плевать. Он как бы даже не заметил, что он был старый. Да? И это было так смешно, я сейчас вспоминаю, думаю, блин, как так можно было сделать? Mm-hmm. Ты верила в Деда Мороза, кстати? Да. Сколько лет? Лет 8. Я не помню, сколько я верила. Я помню, я одно время вообще не верила. Потом прям как поверила, а потом опять вообще так. Да. Прошло. Я просто один раз увидела, как мама читает мое письмо Деду Морозу, а потом я увидела, как она прячет подарки. Это боль просто, детство, вот не знаю. Еще. Какой твой любимый новогодний фильм? Новогодний фильм? Угу. Ну, обычно мы с семьей смотрим, ну, то, чтобы он любим, просто который мы смотрим всегда, это «С легким паром». Это я не смотрела. Каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню. Вот, и вот это вот. Окей. Ну или «Один дома». Ну, такие «Один обычные дома», да. Мы тоже «Один дома» смотрели в прошлом году.
так-то не смотрела, или с легким паром? Нет. Это же русский, да, фильм? Да. Я даже как-то «Кавказская пленница» посмотрела, и то я не смотрела его весь. Я не смотрела его. А, ну тогда вообще в порядке. Я не смотрела русский фильм, когда маленькая была. Я вообще, мне кажется, я не знаю, что смотрела. Смотрела «Прекрасную няню». Что-то вообще не новогоднее настроение. Не говори, «Прекрасная няня» какая-то тут всплыла. Окей. Ты любишь справлять праздники новогодние в пижаме или наряжаться? Ну, вот когда вы дома сидите. Когда дома? Да. Я не наряжаюсь, потому что мне лень. А зачем? А зачем? Дома все домашние. А если... Я в домашнем, новогоднего настроения нет. Ну, может быть, когда я была маленькая, может, тогда 10. Ну да. Меня наряжали. Платьюшко какое-нибудь. А так, да ну нафиг. Не, ну да. А ты наряжалась, что ли? Я, напомню, маленькая наряжалась, а так у нас просто мама любитель, знаете, типа, давайте все оденемся, пофоткаемся, поедим, а потом можно все убирать. Ясно. Ну, мне тоже в последнее время было лень, поэтому нет. Ну, вот я, ну, наверное, ну да, раньше наряжались. Особенно братик мой маленький, Женька, в костюмы его прям наезжают. Как ему, что вообще, не лень там бегать? Ну, короче, вот так вот. Ты открываешь подарки в ночь или на утро Нового года? Давай начнем с того, дарят ли мне подарки. Ну, если дарили, то вот прям, чтобы под елкой подарки лежали, мне кажется, это было, когда мне было 12 лет. Это было очень давно, да. Это была вообще такая старина просто. А тебе подарили подарок? Вот в ночь. Ага. Ты открываешь его в ночь или на следующее утро? В ночь, конечно. Я раньше в ночь всегда открывала. Потому что это же новогодняя ночь. А с утра уже настроения нет. Я помню, мне когда маленькая была, мне не клали подарки ночью. Я просыпалась, они там лежали. А, да? Угу. Поэтому это было так круто. Это было типа, ух ты, я сегодня взрослый, я сегодня типа не буду спать, а тут мне просыпаются подарки. Блин, круто. Вообще было классно. Ну, мне кажется, потому что еще родители не могли никак спрятать, я же постоянно там сидела. Вот. Не знаю, у нас обычно, я знаю, где прятались у нас подарки, это было в коридоре, под чем-то, всегда, ну, короче, ладно. Обычно, когда мы выходили на фейерверки, когда после того, как фейерверки, вот это все, как это, пускают фейерверки, мы все выходим на улицу, и когда я возвращалась домой, всегда под елкой они уже лежали. Получается, пока их кто-то пускали, отвлекали внимание, там кто-то заходил, и эти подарки под елку ложил. Нифига. Поэтому всегда. Прикольно. Какое твое новогоднее рождественское желание, Марин? Обычно? Да. А новогоднее желание? Обычно, я знаю, короче, есть такой прикол, записываешь желание на листочке, потом поджигаешь его из... Шампанское? Да, но я ни разу не пила его. Да? Я просто сжигала и туда кидала, и потом смотрела, так бултыхала его. Но обычно я загадываю первое. Счастье в новом году, второе. Ты так много загадываешь? Хорошего парня. Ну и все. А, ну еще? Да. Ну, в последнее время, чтобы... Да нет, только парня. Чтобы я наконец нашла себе профессию, которой хочу заниматься. Ну, что же в этом году? Кихуэ прям. Да. Ну, ты же... Что, объясни ли, что такое кихуэ? Чтобы мне шанс такой... Ну как? Чтобы мне случай хотя бы подсказал, чем я именно хочу заниматься. Я даже не знаю, что загадываю на Новый год, нет. Ты прям вот-вот, когда колокола пью, то что-то загадываешь? Да. А, ну нет, так-то да. Я не помню, что загадывала в эти предыдущие годы. А в этом году что ты хочешь загадать? В этом году что я хочу загадать? Чтобы я поступила в университет, пожалуйста. Последние 3 года я так хотела себе парня. На Новый год. Именно на Новый год. Только на Новый год. Ребята, если кто тут хочет с Марининым парнем быть только на Новый год, звоните, обращайтесь. Хочется с кем-то праздник провести. Не, ну я тоже ни с кем не проводила праздник. Кроме вас. Никакой романтики в нашей жизни, ребят. Ну что ж, последний вопрос. Что ты считаешь на новогодние праздники самое главное? Новогоднее настроение. Главное — друзья. А семья? Семья тоже, но просто я хотела сказать семья, но в данном случае у меня, даже если я хочу семьи, у меня рядом не будет. Ну так да. Что так хотя бы друзья. Давай спросим у наших зрителей что-нибудь. Что вы обычно загадываете на Новый год? И бывало ли у вас, чтобы ваши мечты сбывались, когда вы их загадывали? А еще мы с Мариной собираемся готовить на Новый год.
Да. Поэтому напишите нам, что вы обычно, что у вас на столе на новогоднем лежит. И если вы знаете, как это готовить, тоже напишите. Пожалуйста. Только несложно, что-то как-то... Да. Вот. Спасибо вам, что были с нами. Мы опять какой-то фигней страдаем, ничего не делаем, из дома не выходим. Да. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.